Не так давно на некоторых перекрестках города над Бугом появилась новая разметка – широкая зеленая полоса. Это территория велосипедистов. Двигаясь по ней, при пересечении проезжей части на разрешающий сигнал светофора спешиваться не нужно. Любителям двуколесных железных коней это добавит удобства, скорости и безопасности, без ущерба для остальных участников дорожного движения. Алгоритм прижился, и сегодня госавтоинспекторы работают над увеличением количества подобных зон. Во-первых, мы сильно сократили в местах, где данная дорожная разметка нанесена, сократили количество дорожно-транспортных происшествий, как мелких, так и с пострадавшими, с участием велосипедистов. Во-вторых, это намного разрешило, снизило проблемы в конфликтных ситуациях между как велосипедистами и водителями. Важный акцент сегодня – дети. Время каникулярное, и многие представители подрастающего поколения проводят его на улице, не всегда избегая шумных автомагистралей. Водителям стоит быть более бдительными. Надо ужесточить больше контроль за детками, потому что детки маленькие, выбегают из-за транспортных средств, в результате чего происходят дорожно-транспортные происшествия, наезды на них. То есть остаются без контроля. Этого делать нельзя. Опять же, те же велосипеды. Взрослые велосипеды тоже покупают, оставляют детей без присмотра. Они начинают ездить по всему городу Бресту. И опять же, без соблюдения правил дорожного движения, они невнимательны в силу того, что гиперактивны, им надо постоянно двигаться и оставляют без внимания правила дорожного движения. Это тоже может привести к травмам. И еще один важный момент. В последнее время на дорогах региона увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с дикими животными. Лоси, кабаны, косули и даже зайцы все чаще становятся причинами серьезных аварий. В среднем в месяц их происходит порядка 15. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательнее на дорогах, окруженных лесным массивом, и не игнорировать предупреждающие знаки. При движении возле лесных массивов, лесопосадок, это могут быть как большие лесные массивы, так и маленькая лесопосадка, снижать скорость для того, чтобы она позволяла снизить ее вплоть до остановки при появлении дикого животного на проезжей части. Из принимаемых нами мер в настоящий момент мы истребуем информацию у владельцев охотничьих хозяйств, это различные как государственные организации, так и частные, о местах миграции диких животных. Хотя бы, чтобы частично установить там, в этих местах, установить дорожные знаки, соответствующие предупреждающие, чтобы водитель, двигаясь по проезжей части, увидев данный предупреждающий знак, принял меры к снижению скорости. Если ДТП все-таки избежать не удалось, необходимо вызвать ГАИ, не покидать место происшествия и не перемещать травмированное или погибшее животное. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.